А вот уж красавец, шестой номер минского «Динамо». Смог догнать футболиста, который вышел только во втором тайме. Смог сыграть самоотверженно в подкате. Вот повтор этого эпизода. Из последних сил Сергей догоняет своего тезку и выбивает мяч из-под ног у Сергея Гигевича. Будет угловой удар. Сергей Рожок в штрафной. Идет подача. Нет удара. Эрнан Фигередо. Может получиться контратака, пока большими силами Минск пошел вперед. Нет. Ее не получается. Хотя вот еще одна попытка. Игорь Стасевич. Игорь Стасевич и горожане быстренько возвращаются поближе к своей штрафной после розыгрыша углового. Ну вот сейчас это атака минского «Динамо» в более спокойное русло перешла. На фланге пока находится футболист. Но я, наверное, завершу мысль по поводу того, что же может предпринять Олег Протасов и почему он не делает эту замену. Я скажу, что, наверное, он все-таки страхуется на случай травмы или какого-нибудь предупреждения защитника, не дай бог, красной карточки. Ну, наверное, все-таки поэтому. Пока, я думаю, что вопросов к своим футболистам у него быть не должно. И судя по тому, как отрабатывает все тот же Сергей Политевич и другие футболисты минского «Динамо» на футбольном поле, силы у них еще есть. Но мы просто сделаем вывод, что это никак не замена для того, чтобы вышел на поле, к примеру, Александр Сулима по серии 11-метровых ударов, да? Да, соглашусь с тобой. Это первый эпизод. А второй, мне кажется, важно еще и то, что в такую игру достаточно тяжело попасть. И на примере Александра Бученка это было очень заметно. И коль уж все в строю, пускай работают до самого последнего. До самого последнего мгновения в этой встрече. Никто не выпадает, все борются. Так что все закономерно и все понятно, почему еще одна замена остается у Олега Протасова, хотя идет четвертый тайм. Смотрим штрафной. Игорь Стасевич подает. Павел Плосконный не дотягивается, а Слободан Симович словно не верит в то, что ему может прилететь этот мяч. Опасно. Еще один опасный момент. Не момент, моментище, я бы сказал. Еще раз смотрим. Павел Плосконный. Один штрафной. Даже касается мяч его головы. Но и справедливости ради скажем, что Сергей Рожок прикрывал Слободана Симовича. Мяч далеко от него летел. Ну а как остался Павел Плосконный в одиночестве без опеки? Это ну, непозволительно в такие минуты. Ну, наверное, вот это вот как раз и первые признаки усталости после 109 минут напряженнейшего матча. Еще одна атака динамовцев. Какара не удалось зацепиться за мяч. Тут же прессинг включают динамовцы, коли уж находится на половине поля оппонента. Нарушает правила. Мяч ведут горожане. Сразу же Сергей Козека запускает его вперед на Романа Василюка. Но тот проигрывает в очередной раз борьбу с корослому Павлу Плосконному. Еще одна атака «Динамо». Стасевич. Перевод может быть. Нет, прострел. Здесь сочивка. Здесь в окружении четверых горожан находился Эрнан Фигередо. До него мяч никоим образом не мог бы дойти. Плосконный. Передача на Трубилу. Виталий смотрит не назад, а смотрит вперед, где его партнеры в атаке. Диас, Какара Диас убегает, а решил он сделать передачу, но она у него совсем не получилась. Хотя, вполне возможно, считался финт, который делал Роман Василюк. Под себя убрать, и дальше ты один штрафной. Игорь Стасевич, на нем, судя по всему, фалит. Да, фалит Никита Букаткин. Смотрите, смотрите, что творится, как реагирует Никита Букаткин. Вот это боец. И даже за то, что ему желтую карточку предъявил Игорь Круг, ну не хочется ругать этого замечательного футболиста. Мы знаем, насколько эмоционален Никита Букаткин, но он весь в игре. Ну и непонятно вообще, почему завелся, потому что... А, ну потому что сыграл мяч первым делом, а потом уже по ноге Игоря Стасевича. Но в такие минуты не надо заводиться. Мы знаем, что Никита эмоционален, ты прав. Нужно думать прежде всего о команде. Но я, честно говоря, не обратил внимания, насколько сам был в этом эпизоде. Предъявил ему желтую карточку Игорь Круг или нет? Да, предъявил, конечно же. Предъявил, да? Возмутительно. Возмутительное поведение обладателя Кубка Беларуси, не правда ли? Ну, оно возмутительно, но объяснимо. Я уже сказал, почему. Человек весь в игре. И за это его точно уж ругать не надо.
Владимира Бушма. Далеко вперед, в расчете на то, что мяч достанется или Сергею Рожку, или его тезке Гигевичу. Нарушение правил уже со стороны динамовцев. И вот стандарт, которым могут воспользоваться футболисты Минска. Не прав Олег Веретило в этом единоборстве. Подтолкнул восьмого номера горожан, бывшего динамовца, к слову. Ну и теперь Вадим Ксрипченко показывает. Давайте, давайте все туда в штрафную. Это ваш шанс не дойти до серии 11-метровых ударов. Сергей Гигевич подает. Будет удар. Пока не удар. Пока мы видим Александр Сачивко с мячом. Делает передачу партнеру. И Сергей Гигевич. Сергей Гигевич имел реальнейшую возможность для того, чтобы вывести свою команду вперед. Непонятно, каким образом мяч проскочил мимо защитников Минского «Динамо» вот после этого то ли удара, то ли прострела Виталия Кибуха. А вот Сергей Сосновский едва не подправил и на левой ноге у Сергея Гигевича. На рабочей ноге был мяч, непонятно, как не попал Сергей. Восхитительный момент для удара, тем более, когда у тебя рабочая левая, да, просто... Может быть, поторопился. Да и давай признаем, что, во-первых, эти минуты не только концентрация теряется у игроков, но и возникает повышенная нервозность. Роман Василёк с мячом, штрафной, мяч не доходит до Сергея Рожка. Возникает ведь и нервозность, торопишься. Ты понимаешь, насколько бегут эти минуты. Совсем скоро лотерея, серия пенальти еще более нервная. И в этой ситуации вот как раз-таки оказался Сергей Гигевич, который быстро решился пробить, но... Мяч полетел гораздо выше ворот. А ведь я себя поймал на мысли, что опаснее, гораздо опаснее в дополнительном времени, дополнительное время выглядят футболисты Минска. Ну, наверное, в последние несколько минут, вот скажем, в этом тайме, потому что в предыдущем все-таки... Я не сказал про территорию, я сказал про опасные моменты. Давай вспомним. В целом, в совокупности соглашусь с тобой, конечно, да. Достаточно с участием Сергея Гигевича и Романа Василюка перечислить, когда им организовывал все эти выходы к воротам Александра Гутера Сергей Рожок из центра поля. Атака «Динамо». Трубило. Данил Какара. Трубило. Навешивая штрафную, нет никакого смысла, потому что в ней практически никого и нет. Здесь вот, как ни странно, в последнее время оказывается все чаще Эрнан Фигередо, но не ему бороться за верховые мячи. Ну да, вот сейчас так получается, что возможность бороться за верховые мячи в случае верховой передачи может только у Эрнана Фигередо и Какара Диаса, двух не самых высоких и атлетически сложенных уругвайцев. Снова мяч у горожан. Слева Милош Рнеич, он уже успокоился. В последнее время пожар здесь на левом фланге защиты не возникает. Никита Букаткин в касание. Дальше на Сергея Гигевича. Еще раз отыгрался Сергеем Рожком. Левый полузащитник минчан. Не получилось пройти дальше. А это уже Игорь Стасевич. Игорь Стасевич, но предложений немного. Данила Какара, он ему отдает мяч. Уругвайц бежит вперед. Вот там Роман Бегунов. Убивает мяч из-под ног 23-го номера бело-синь. Артем Быков. Артем Быков. Перед ним Роман Бегунов. Будет обыгрывать. Не получается. Но не до конца не получается. Все-таки аут будут выбрасывать динамовцы. От ноги именно футболиста Минска улетел мяч за пределы поля. Виталий Трубило устремляется к мячу. Сергей, я тебе напомню, опять же, проводя параллели с прошлогодним финалом, посмотрим, чем завершится этот розыгрыш у минчан. Здорово уходил Игорь Стасевич, но мяч далеко от тебя отпустил. Я тебе напомню о том, что возникали претензии год назад, если ты вспомнишь, к правому защитнику футбольного клуба «Минск» Роману Бегунову, которого тогда Вадим Скрипченко выставил в основном составе. Помнишь такой эпизод? И очень быстро заменил, кстати. А сегодня-то отыграл сколько уже минут? И есть какие-то претензии? Вообще никаких. Что касается прогресса, да? И, между прочим, является воспитанником футбольного клуба «Минск». Ну вот, устремились быстро, причем Аднан Захирович, Владимир Хващинский и Никита Корзун к скамейке запасных. И Никита Корзун снимает манишку. Возможно, он сейчас выйдет на поле в эти оставшиеся минуты.
и заменит кого-то из игроков центральной зоны Минского «Динамо». А Минск тем временем продолжает атаковать. Сергей Рожок. Не получается у него удара. Я уверен, что он хотел пробить. А вот сейчас перехват мяча. Никита Букаткин. Сергей Гигевич далеко отпускает мяч. Олег Веретило его опережает. Милош Ирнич. Не берут футболисты для себя паузы в этой встрече. Гигевич на фланге обыгрывает Слобода Насимовича. Но серб себя же и исправляет потом. Именно от его ноги мяч улетает за линию ворот. Угловой будут подавать футболисты Минска. Олег Протасов что-то подсказал защите, может быть, кого-то прикрыть или куда-то дальше пойти. Я думаю, что как раз-таки команду Вадима Скрипченко при стандартах они разбирали очень-очень хорошо. Сергей Гигевич, подача с углового, и будет удар, нет. А мы ведь помним, что Минск забил свой мяч как раз-таки после розыгрыша углового, именно с этого фланга. Опаснейшая ситуация в штрафной «Динамо». Обязательно, я думаю, сейчас мы увидим повтор этого эпизода. А вот подача Сергея Гигевича пролетает. А ой, как кто там? Александр Сочивка совсем был близок к тому, чтобы замкнуть этот прострел. А здесь, наверное, все-таки не было нарушения правил, несмотря на то, что и попал чуть-чуть по ноге Александр Бычинок. Сделал это уже после того, как выбил мяч из-под ноги Виталия Кибука. Да, в концовке встречи футбольный клуб «Минск» выглядит как будто посвежее, а может быть, по цели устремленнее, опасаясь после матчевой серии пенальти. Бегут активно в атаку. От той игры динамовцев, которую мы видели большей части этой встречи, уже практически не осталось и следа. Лишь какие-то редкие контрвыпады. Вот еще одно наступление «Минска». Роман Василюк. Букаткин вновь налево. Дойдет мяч до Гигевича? Нет, не доходит. Здесь только надо аккуратнее играть Сергею Полетевичу. Последние минуты уж точно рисковать не надо. В такой ситуации. В атаке, да, можно рисковать. И вновь достается Сергею Сосновскому. На этот раз от Данила Какара. Да. И уругвайец удостаивается желтой карточки. Но Сергей Сосновский... Аплодировать ему можно прямо сейчас, бурно и продолжительно. Забитый мяч, ворота «Динамо». Он капитанскую повязку надел себе после ухода с поля Андрея Райзена. Пострадал не в одном единоборстве и продолжает бегать в атаку, активно подключаться к стандартам и угрожать воротам соперника. Это, бесспорно, его финальный матч. И отрабатывать в обороне, что немаловажно. Остается совсем мало времени. Буквально минута, может быть, плюс одна добавленная, а может быть и нет. И одну из последних атак проводит Минск, это Ирнич. На этот раз сыграл очень неплохо серб, мы видим. Передача Козека. Дальше и что, потеря мяча в такой ситуации? Роман Бегунов. Ну, бывает и такая ситуация. Дальний заброс Павла Плосконного в расчете на то, что Данила Какара в этот раз поборется за этот мяч. Но здесь опять же Сосновский. А ты посмотри, что творит Владимир Бушма. Последняя минута дополнительного времени идет. Он показывает своим футболистам вперед и сразу же выбивает мяч. Хотят победить. Хотят победить горожане в основное время. Смотрите, как стелятся. Ну, я не знаю, это просто что-то потрясающее. Я таким Минск еще в нынешнем сезоне не видел. Честно скажу, не видел. Ошибается Александр Бычинок с передачи, хотя и звучит финальный, уже точно финальный свисток арбитра встречи Игоря Крука. Нас ждет серия после матчевых 11-метровых пенальти. Олег Протасов по-прежнему, мне кажется, как будто хитро улыбается. Как будто что-то знает. Но посмотрим. Ну, я могу сказать, что он точно знает. Это тот список тех своих футболистов, кто будет выполнять 11-метровые штрафные удары.
Ну и нам показали крупным планом Александра Гутера, Владимира Бушму. От них будет очень-очень многое зависеть. Дуэль голкиперов. И как теперь не вспомнить, что Александр Гутер, перейдя из борисовского Батэ в стан минского Динамо, собственно говоря, и поспособствовал этому участию динамовцев в финале. Та блестящая послематчевая серия пенальти против солигорского Шахтера, где Александр Гутер был героем. Наверное, в том числе и благодаря той серии Александр Гутер стал номером один в составе минского «Динамо» на последнем рубеже. Сергей Сосновский, как ты уже сказал, ему нельзя не аплодировать за эту встречу. До сих пор сочится кровь из его раны, но Сергей Сосновский на футбольном поле и делает все, что только можно и что нельзя для того, чтобы команда одержала победу. Ну что, я так понимаю, определяется список тех самых пяти, кто будет бить пенальти. Нам крупным планом предлагают Олега Протасова. И там идет выбор. Ну и здесь чуть ближе к моей позиции Вадим Скрипченко ведет переговоры с теми, кто будет бить 11-метровый удар. В их числе уже точно Александр Сочивко. У него удар поставлен. Здесь же, судя по всему, возможно, Виталий Кивук. Но я, в общем-то, предполагаю, кто находится рядом. Сергей Рожок, Роман Василюк. Все опытные исполнители, и в том числе те, кто вышел на замену. Возможно, пробьет и Сергей Гигевич. Совсем скоро узнаем. 1-1. Так завершилось в основное и дополнительное время противостояние футбольного клуба «Минск» и их земляков из «Динамо». Мы смотрим еще раз забитые мячи в этой встрече. Андрей Разин отдает голевую передачу на Сергея Сосновского. Так счет был открыт через несколько мгновений. Буквально через несколько мгновений Олег Веретило простреливал штрафную. Но Александр Сочивко неосторожно сыграл рукой, и Эрнан Фигереда сравнял счет. Давай, наверное, Николай, у меня есть еще до начала серии буквально пару минут, и я все-таки скажу. Команды дошли до 11-метровых, и совсем скоро все решится. Я скажу, кто в составе той и другой команды может...